Свою жизнь, как мы видим ее. И я тогда сказал такие слова, что я хотел бы стать или священником, или доктором. Прошло 20 лет, 20 лет, как я стал священником. Но в некоторой степени все эти 20 лет я был и доктором, потому что мы так часто в жизни сравнивают службу священника с профессией врача, потому что доктор лечит тело, а священник лечит душу человеческую. Но еще у нас в наших, я не буду говорить профессиях, а наверное, лучше служениях, есть еще одна общая деталь. У доктора есть такое тяжелая такая сторона их профессии, когда им приходится выслушивать больных. Больным очень больно, им хочется очень много говорить про свою болезнь. Иногда это бывает настолько долго, равнодушно слушать, не тактично, а входить в эту болезнь, в эту боль этого человека. Очень тяжело вместе с ним все это переживать. Вот у священника вот есть схожесть с профессией доктора. Вот в этом плане тоже к нам приходят люди с больной душой, с многими бедами, проблемами. И священнику тоже очень внимательно нужно выслушать. Проблема состоит в том, что нужно не просто выслушать, а выслушать с участием. И это участие бывает очень тяжело, иногда просто невыносимо. Но есть еще другая сторона проблемы. Люди идут с тем, чтобы получить помощь. Категорически помощь, и помощь скорую. Вот прям сегодня, сию минуту, им нужен выход. Приходится говорить слова, что иногда в жизни нужно просто потерпеть. Им тяжело это понять и принять, и следовать этому совету. Но иногда просто не бывает другого совета. Я иду и молюсь за этих людей. Я начинаю служить божественной литургии. Я вынимаю за них частички, служу литургию, молюсь за них. И это бывает иногда единственное, чем я могу им помочь. Но это очень много, потому что моя молитва соединяется с любовью Господа, который смотрит в нашу сторону непрестанно. Эта помощь самая действенная. Лучше этой помощи я не нахожу, поэтому я служу литургии. Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Миром Господу помолимся. Во Всевышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.
О мире всего мира, благостояние святых Божиих церквей, соединение всех Господу помолимся. О святем храме всем, и с верою, благоговением, и страхом Божиим входящих вонь Господу помолимся. О великом Господине, Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Иринее, честнем пресвитерстве во Христе Дьяконстве, на всем причте люди Господу помолимся. О Бога хранимей стране нашей России, стей властях и воинстве, и о Господу помолимся. Разбойник. Тюрьма — это не сладко. Тюрьма — это тяжело. Очень тяжело. Кто не знает, трудно понять. Я 18 лет в тюрьме. 18 лет в тюрьме как священник. Что-то знаю, чего-то не знаю, но я знаю то, чего не знают многие, связанные с этой темой. Я знаю их исповеди. Когда один на один не нужно кривляться и чего-то корчить из себя, все очень честно и прямо. Иначе чего ты сюда пришел? Никому из них не сладко. И даже более того. Я всегда даю им вытереть слезы после исповеди. Туда в коллектив со слезами нельзя. Почтут за слабость. Успокоился, вытер слезы. Ну иди, мой хороший, с Богом. Есть тюрьма, в которой не к чему оглядываться и думать, как посмотрят и что скажут. Потому что здесь хуже не будет и лучше тоже. Шестая колония Оренбуржья, черный дельфин, пожизненная. Больше не дают и не амнистируют. Все. И если в любой тюрьме не сладко, то здесь так и слова не подберешь. Черным черно. Но и здесь идет своя жизнь. Свои думы и переживания. И если продолжается жизнь, значит и эта жизнь ищет своего счастья и радости. Радости где? Вот здесь, в пожизненной. Он детдомовский, как все детдомовские, кусался и пихался локтями за место под солнцем. Надеяться не на кого, он один в этом мире. Вот такой и сложился характер. Бери сам, никто не даст. И он брал, а потом отбирал, грабил и воровал. И прожил полжизни так, и дальше бы жил. Только раз на воровской разборке пришлось ему положить шестерых таких же уголовников, как он сам. Нужно было выживать, кусаться и толкаться локтями, чтобы жить. Но тогда его жизнь закончилась и перешла в существование. 19 лет в черном дельфине — это срок, при том, что и он теперь уже не молодой. 19 лет — камера 2,5 на 3,5 метра. Утром подъем, шконку заправил, как по линеечке, и пошел длинный день. На каждый шорох у двери вскочил лицом к окну, руки вверх и орешь доклад. «Все в порядке, гражданин начальник». Один день, два, три, год. В году 365. За 19 лет можно сойти с ума. Но он не сошел. И даже более того. Я сейчас очень хочу, чтобы вы мне поверили так, как я верю ему. Поверили, что это не лицемерие, не шизофрения, ни в коем случае, не лукавство и не корысть. Просто не к чему. Да и у меня уже 18 лет опыт в тюрьмах. Я тоже что-то понимаю. Здесь сидят 600 человек, но приезжая, я всегда иду в первую очередь к нему. Не потому, что мы дружим, потому что ему это очень нужно, но это очень нужно и мне самому. Отец Сергий, батюшка, дорогой, я очень счастливый человек, правда, я очень счастливый. Я ведь был разбойник, так бы и помер, если бы Господь не остановил и не привел сюда. В камере пожизненных я стал думать о своей жизни, о грехах, о Боге. Я здесь остался снова один, один на один со своей бедой. Мне не с кем было поделиться и не с кем поговорить о том, что болело внутри. И я стал говорить с ним. Сначала как мог своими словами, потом у меня появился молитвослов, Евангелие. Я говорил ему больше и больше, сначала от скорби, боли. Потом это стало утешением, потребностью и, наконец, радостью. Большой радостью. Каждое утро я встаю с чувством радости и вечером засыпаю, переживая счастье.
Прочитав утренние молитвы Евангелия, я целый день творю Иисусову молитву. Это большое утешение. И даже более того, это настоящее счастье. Я молюсь за всех людей на воле и говорю: не жалейте меня, не нужно меня жалеть. Я счастливый человек, очень счастливый. Вам там тяжелее, чем мне. Вас там на воле окружают грехи и страсти. Я же здесь закрыт от всего мира. Меня кормят, даже охраняют. Вот эти добрые люди, охранники. Я не имею наслаждений миру, но я очень близок к Богу. Простите меня за дерзкие слова. Его имя не сходит с моих уст, мысли заняты им. И я очень чувствую его любовь даже ко мне, разбойнику. Это большое счастье. Я очень счастливый человек. Я священник, стоящий уже 20 лет у престола. Не могу, к сожалению, не могу сказать, что переживаю Бога так же близко, как этот разбойник-убийца. Поэтому снова и снова я еду к Нему, чтобы учиться любить Бога, быть верным Ему в своей любви, так как Он. Боже, милостив буди нам грешным. Разбойника зовут Святослав. Помилуй его, Бог. Они не самые смышленные и не самые ловкие, просто потому, что им это не под силу. У Эрика не действуют руки, он все делает ногами. Берет предметы, кушает, даже рисует. У Саши не работают ни руки, ни ноги, но он тоже рисует. Лежа на животе, он держит фломастер зубами. Кстати, он рисует очень хорошо и необычно. Я часто выпрашиваю у него рисунки в подарок. А еще они часто рисуют меня, своего батюшку. Очень наивно и добро. У Коленьки не работает ничего. Немножко руки. Он все время лежит на спине и смотрит в потолок. Он очень добрый мальчик. Когда я спрашиваю его: «Коленька, дорогой, как твои дела?» Он все время застенчиво улыбается и говорит: «Хорошо». Когда мне бывает плохо или грустно, я все время вспоминаю его. И язык не поворачивается пожаловаться, что мне нехорошо. Просто стыдно. Поэтому мне всегда тоже хорошо. Или хотя бы нормально. У другого Сашки не работают только ноги. Ему немножко легче. Мы зовем его переводчик. Мальчики плохо говорят, невнятно из-за болезни. Он все время переводит, что они сказали. Глазки у него взрослые, сообразительные, но немножко уставший от болезни. Он очень мягкий и скромный. Рядом на кровати Сережа. Очень смешной и непосредственный. Он часто выдает необычные фразы.
Отец Сергий, ты наша мама. Или другая: отец Сергий, у тебя такой хороший смех на вкус. Однажды он попросил привезти ему на день рождения крокодила Гену. Я приехал в этот день. Привез целый мешок игрушек. Раздал всем, ему целых две, а у него губа дрожит. Сереж, что такое? Ты расстроился? А он: я просил Гену. Пришлось реабилитироваться. Поехал в магазин, нашел Гену. Вот и все счастье. Сережкино счастье такое небольшое, в пакете уместилось. Им много не нужно. Они ценят малое потому, что не избалованы судьбой. Чуть-чуть ласки, внимания и счастье через край. Глазки горят, а на щеках румянец. И еще, они очень благодарные люди. Помнят добро долго и отвечают добром. Я ухожу, а Сережа кричит вслед: отец Сергий, мы тебя очень уважаем, ты самый хороший. Сашка без рук и ног машет, силится головой. Эрик машет ногой. Коленька вытягивает шею, пытается смотреть в мою сторону. У него все хорошо, он улыбается. Ко мне, как к священнику, приходят люди со своими бедами, несчастьями, за утешением, поддержкой. Я иногда некоторым говорю: знаешь что, садись со мной в машину, поедем. Куда? Туда, где тебе обязательно станет хорошо. Когда в пути они узнают, что мы едем в детский дом, многие смущаются: мне и так плохо, там еще грустнее станет. Нет-нет, доверьтесь мне, все будет хорошо. И действительно, эти люди выходят из палаты и наплакавшись, и насмеявшись, и им очень хорошо, потому что они уносят с собой частичку счастья этих пацанов, которых по всем законам должны утешать мы, но они утешают нас своим оптимизмом, жизнелюбием, своей добротой. Я так их люблю, моих пацанов. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго бо мое благо и бремя мое легко есть. Слава тебе, Господи, слава тебе. Рцем си, от сия души, от сего помышления наше горце. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимтесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимтесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я смотрю на нее и думаю, какая красивая, некрасивая женщина. Ее некрасивость от вымотанности, измученности жизнью, от болезни ее самой, ее детей, от пьянок мужика и безденежья, от того, от другого. От всего этого можно сойти с ума, отчаяться. Из шестерых детей троих она уже похоронила. Последняя Ксюша, больной ребенок, по недосмотру старшей дочери выпала из окна 8-го этажа. Я приехал на поминки, сконфуженный, неловкий. Что сказать, куда смотреть? Но она сама все исправила. Батюшка, вы, наверное, сочтете меня сумасшедшей, но я переживаю пасхальные дни. Скорбь во время похорон так навалилась, так стало тяжело. Вот уже маленький гробик в могилу опускают. Невыносимо тяжело стало, напряглось все внутри, и как лопнуло, изменилось. Наступила внутренняя тишина, и послышалось пение ангелов, принимавших душу моей Ксюши. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Это про нее. Уж очень много в судьбе Натальи тяжелого.
Но в то же время Господь проходит через судьбу очень ярко, отчетливо, утешая и укрепляя. Она пришла ко мне со своими первыми рассказами. Можно ли мне писать, не грех? И вообще, нужно ли это кому? Пиши, дорогая моя. Это очень нужно всем нам. Постоянно недовольным своей жизнью, стонущим и брюзжащим, очень нужно нам почитать и осмыслить. Постепенно ее рассказы собрались в книгу, и я нескромно спросил разрешения дать название этому труду. «Белым по черному». Вот так мы назвали ее книгу. Вот так она и живет. Пишет свою судьбу белым по черному. Очень красиво выводит, правильно, благородно. Это пишет красивая женщина с красивой судьбой, с красивой душой и добрым сердцем. Красивая, некрасивая женщина Наталья. Божий человек. С миром изыди. Благословляй, благословящий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей, сохрани, освяти любящие благолепие Дома Твоего, Ты тех воспрославляй божественные Твои силы, и не остави нас уповающих на Тебя. Мир, мирови Твоему дару, Церковь Твоим, священникам, воинствам, всем людям Твоим. Яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Тебя, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение, поклонение воссылаем. Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Благословение Господне на вас, того благодати человека любим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, Святой Славы Сихвальных Апостол, и же святых Отца нашего Иоанна, Архиепископа Константина Града Златоустого, святаго Великомученика Пенста Георгия, святого Преподобного Мученика Андрея Крицкого, и уже памятный неблагочестно совершаем, святой Блаженной Ксении Петербургской, преподобного Серафима Саровского, святой Преподобной Марии Египетской, святых и праведных Богоотец Екимана всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Миллионер. Однажды он встречал на машине из аэропорта своего московского друга, тогда богатого человека. Когда автомобиль проезжал мимо одиноко стоящей колокольни, без купола, без окон и дверей, все, что осталось от красавца храма на горе Преображенской, Александр сказал вслух: «Эх, были бы у меня деньги, как у тебя, я бы восстановил этот храм». «К сожалению, у тебя их нет», — пошутил богатый товарищ. Тогда разговор на эту тему закончился, но уже через несколько лет Господь дал ему денег, много денег. И он сам стал одним из самых богатых людей города и построил этот храм. И еще другой, и монастырь, и много всего, чего доброго сделал. Денег хватало и на благотворительность, и на собственную жизнь, безбедную и веселую. Мог позволить себе все, ну или почти все. В то время он познал, сколько, имея большие деньги, можно сделать добра, но и другую сторону. Деньги могут стать большим злом. Они могут развращать, будить низменные страсти, будоражить зависть, высокомерие, провоцировать непорядочность. Но самое главное их зло — зло денег. Они порабощают. Человек становится пленником своего капитала. Он не свободен. Деньги должны делать деньги. Ты входишь в этот закон, в этот ритм,
и ловишь себя на том, что выйти назад уже не можешь. Ты пленник в золотой клетке. Можешь позволить себе все, кроме выхода из нее, кроме свободного полета. Бог слишком любит его, и поэтому в какой-то момент его бизнес прекратился, и деньги стали заканчиваться. И он стал прежним Александром, хотя неправда, не прежним. Это был уже другой человек, третий. Сначала был первый простой, потом второй богатый, и третий вообще совершенно другой. Он пришел в храм, который построил последним, стал в нем простым послушником и затем монахом. Филарет – монашеское имя этого счастливого человека, мой духовный сын, который просит у меня денег на хлеб и на фрукты, бензин для автомобиля, на котором он ездит по церковным делам. Я ему покупаю носки и футболки. Он не имеет совершенно ничего, вплоть до неимения своей воли. Все делает по благословению. Но сейчас он очень богат, и об этом говорит постоянная улыбка на лице и мир в глазах. Это нельзя сыграть, как в театре. Если это есть, то оно есть. Не спрячешь и не украдешь. Как можно украсть то, что у тебя внутри? И ничто внешнее не отымет этого у тебя. Скорбь ли, теснота, гонение или глад, нагота, беда. Ничто не сможет нас разлучить от любви Божией, которая у него внутри. Глядя на него, радуюсь и я, и Бога благодарю за то, что у меня есть такой сын и друг. Самый богатый человек – монах Филарет. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Я сегодня хотел с вами поговорить об одном важном моменте нашего служения на Божественной Литургии. Первая часть Божественной Литургии, мы уже привыкли к этим возгласам «Оглашенные, изыдите», и поэтому мы понимаем, что такое литургия оглашенных. Вторая часть литургии, после того, как оглашенные вышли и остаются верные, это часть Божественной Литургии называется «Литургия верных». Я хотел сегодня вам предложить вместе поразмыслить над этим моментом, кто такие верные. Во время земной жизни нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, за Ним ходили по Палестине тысячи людей. И притча о насыщении людей хлебами, говорится, что до 5000 рядом было. Были моменты, когда и больше было. И эти все люди находились вокруг Спасителя в те моменты его земного служения, когда он исцелял, помогал, воскрешал мертвых, даровал зрение слепорожденным, исцелял болезни и утешал скорбящих. То есть когда люди что-то от него получали, тогда вокруг него были тысячи. И даже в тот момент, когда он ходил торжественно в Иерусалим, люди, ожидая от него земного благополучия, тысячами собирались туда в Иерусалиме, постилали вайи, ветви финик и кричали: «Осанна, благословен воды во имя Господне». Но вдруг слышится проповедь о кресте, и Спаситель наш идет на страшное мучение, на заушение, на заплевание, на унижение. И вдруг всех этих тысяч рядом не оказывается. И рядом со Спасителем в эти страшные минуты остается совсем небольшая горстка людей. Вот эти люди, эти несколько женщин-мироносец, испуганные ученики, которые стояли, наблюдали издалека. Вот и все люди, которые остались во время скорби со Спасителем. Вот это и есть верные люди. Верность проверяется не во время благополучия, а во время скорби, во время тяготы, тогда, когда тяжело. Вот тогда, когда ты можешь разделиться со своим Божественным Учителем, с другом, с возлюбленным, не только радостные дни, а когда ты можешь
разделить с ним скорбь в такой неимоверной глубине страдания, когда ты остаешься рядом, вот тогда ты действительно, верный. Вообще само слово «литургия» означает совместное служение. И мы часто общее дело, вот так буквально означает слово «литургия». И мы часто понимаем это только в том смысле, что вот собрались мы, христиане, на общее дело молитвы, и мы находимся все вместе, и как бы это наше общее дело. Мы очень редко мы оцениваем еще это общее дело, как наше общее дело со Спасителем, который каждую литургию приходит снова через крест, через его страшные страдания, жертва приносится за человеческий род. Вот в этом смысле нужно оценивать еще литургию как общее дело, со Спасителем. То есть мы должны войти в его страдания за человеческий род. И тогда это будет действительно общее дело. И тогда мы будем действительно верными. Быть верным своему Богу и Учителю, Спасителю, это очень ответственно. Теперь, вот как я теперь уже рассказал, теперь мы это понимаем и можем оценить, что это очень ответственно, но в то же время это очень торжественно и благородно. Не просто отдать нашего Спасителя на крестные муки ради нас самих, и равнодушно наблюдать, как происходит жертва за каждого из нас. А когда мы желаем и стремимся войти в эту жертву, в эту крестную жертву. И войти мы ее можем в эту крестную жертву за каждого из нас терпением скорбей, которые нам сопутствуют на нашем жизненном пути. Была такая народная поговорка, мудрость: «Бог терпел и нам велел». Ничего нам не велел, наша совесть нам велит. Не просто равнодушно наблюдать эту крестную жертву, а входить в нее, входить всей своей жизнью, всей своей искренностью, всем сердцем. Богу нашему славу, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ertel romaçe hep.
Богеру.